В День памяти и скорби 22 июня акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн-формате и соберет средства на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений». С 15 по 22 июня присоединиться к акции может любой желающий. Зажечь свою свечу памяти можно на сайте denpamyati.rf.